Мэром Бишкека не боитесь так? Мэром Бишкека плохо заканчивает. Есть выражение, волков боятся, в лес не ходить. Решить за один день или за один сезон, я думаю, не будет возможным, да, но начать эту работу и запустить ряд процессов, мы намерены запустить ряд процессов для того, чтобы в перспективе исключать этот смог. Это прежде всего связано с газификацией, да, переходом от отопления углем, отоплению газом ряда учреждений, выводу промышленных предприятий за пределы города Бишкек. Также я вот говорил про мусороперерабатывающий завод для того, чтобы исключить задымление с бишкекского мусорного полигона. Данный вопрос требует проработки и согласования с бишкекским городским кеңешем. Только после принятия единого решения я могу это озвучить. Правоохранительные органы за моей подписью были направлены материалы для дачи правовой оценки, как ранее были использованы эти 22 миллиона евро на строительство мусорного полигона. Потому что на сегодняшний день по 16 миллионам уже принято решение, 12 уже освоено, но о какой-либо работе там и речи нет. Да, там принято решение о привлечении инвесторов, чтобы в оперативном порядке обеспечить строительство мусороперерабатывающего завода.